конечно же, Элик прижимается назад. А так дает максимальную свободу Карлос Алос. Феррер, Исламбек Куату в этой ситуации. Анене падает, а пенальти, пенальти на 11-метровую отметку все-таки указывает Фуркат Атажанов. Желтую карточку, кроме того, он достает из кармашки и показывает Майклу Одибе. Я судейскую бригаду совсем не объявил, об этом забыл. Сергей Калачев помогает сегодня Фуркату Атажанову, Евгению Филипчук. Резервный судья это Рустам Амаров. Ну что же. Зато сам напомнил нам арбитр из Шымкента о себе. По-моему, все основания были у него для того, чтобы пенальти назначить. Но повтор бы еще увидеть. Дабы все эти сомнения развеялись, которые, наверное, всегда появляются, как только арбитр указывает на 10-метровую отметку. Ну, здесь все сделал Анене. Обыграл одного, вошел в штрафную, обыграл здесь второго. Затем дождался вот этого толчка от защитника Адибы, соответственно, и спокойно прилег на газон. Исламхан может открыть счет, бьет и разводит Котляра и мяч по разным углам.